Всем привет! Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко «Дача, сад, огород, цветы». Это видео-просьба, видео-вопрос. И он связан вот с этим красивым цветком, вернее, цветами, растением, которые вы видите сейчас на экране. Это растение мы практически находили почти в каждом саду. Огородника, у них нету слова дачников, огородники на Шри-Ланке. В 2020 году, в феврале месяце, мы побывали с Александром и отдыхали там. Ну и, естественно, у нас были встречи, интересные встречи с садоводами, огородниками этой замечательной, великолепной королевской страны, где все трудятся и где все прекрасно произрастает, и никто не работает ни с какими химическими средствами, но об этом будет отдельно еще разговор. А сейчас у меня вопрос. Вот это растение растет у каждого в огороде, в саду вернее, потому что там растет все. И вот это растение всегда посажено где-то в уголке, где есть тень. И вот этой тени, вот это буйство таких красок, как розочки набитые. Ну вот великолепные, очень красивые эти растения. Это так цветет имбирь, так растет имбирь. Они по-разному называют имбирной лилией. Есть несколько сортов, но в основном вот этот сорт. Правда, мы не додумались его купить или попросить у садоводов и привезти. А вот сейчас у нас вопрос такой. Вопрос касается того, посадить ли, потому что в магазине у нас везде и всюду есть вот эти корни имбиря. Ну а теперь сам вопрос. Что касается имбиря, я его вот купила. И сейчас он, доступная цена у него, а в 2020 году весной этот корень был дефицитом и очень дорогой. И в связи с такими известными событиями 2020 года. И сейчас хочу посадить свой. Я уже вот купила. Но вот задача такая у меня. Выяснить, действительно ли целебными качествами будут обладать корни, если я буду высаживать вот 3 года, и чтобы получить цветение, и чтобы хорошо наросли корни. Действительно ли, остается ли вот эти все, весь букет полезных питательных веществ, витаминов, микроэлементов в этих корнях, всего, что является таким целебным, действительно ли это так, вот я еще и раз повторяю, действительно ли это подтверждено, есть ли у кого-то такая информация, есть ли смысл высаживать, и действительно ли имбирь зацветает только на 3-й год. Ну а для того, чтобы он зацвел, нужно, оказывается, его будет высаживать в горшок, затем с горшка пересаживать, когда будет тепло, можно в теплицу, а можно и на улицу, но чтобы уже грунт хорошо прогрелся, больше 20 градусов с плюсом. Ну и потом на зиму нужно будет снова аккуратно выкапывать и снова высаживать в горшок. Вот это очень долгий период, меня это смущает, 3 года, хотя сейчас время очень быстро летит. Но вот у кого есть опыт выращивания этого растения, поделитесь своим опытом. Если действительно это так, и корни имеют целебные свойства, и это так красиво будет цвести, то, естественно, мы посадим. Я еще подкуплю этих корешков. Ну, а все шри-ланкийские садоводы, особенно хозяюшки, всегда идут вместо петрушки, укропа, которые у нас растут, вот они берут кусочек этого корешка, отрезают, рассыпали там песочек. У них не земля, у них почва очень такая, и песочек, и еще какие-то там другие части, ну это коричневая такая непонятная субстанция, но вот там вот они растут. И вот эти корешочки всегда используются при изготовлении, при приготовлении всех абсолютно блюд. Надо будет учиться этому, потому что это очень полезно, и вот этот необычный вкус всем блюдам шри-ланкийским придает вот этот корень. Ну что ж, мы показали вам, как цветут эти прекрасные растения, которые для шри-ланкийских садоводов просто-напросто обычные пряные такие корешочки, пряные растения. Ну и им нравится тоже, как оно цветет. Нам тоже очень понравились эти розочки на вот этих стеблях.
бамбукоподобных, и высокие, и они там и низкие. Нам это очень понравилось из-за красоты, но оказывается, они и очень полезные для приготовления очень вкусных рыбных блюд, добавляют в различные блюда овощные, абсолютно во все блюда каким-то образом они чуть-чуть трут и измельчают вместо чеснока, и получается такой очень вкусный, пикантный, остренький вкус в любого блюда. Ну что ж, мы надеемся, что вы нас поддержите, дадите нам подсказку. Те, кто уже имеет опыт выращивания имбиря, пожалуйста, откликнитесь и дайте нам ответ. Будем очень вам благодарны. Хочется снова же выращивать что-то новое, что-то полезное, ценное. И очень люблю, когда это все полезное, ценное еще и красиво цветет. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик, прощаемся с вами. Мы подготовили это видео, снимали этот прекрасный имбирь на Шри-Ланке. И сейчас делимся с вами вот этой красотой и делимся этой энергией великолепной, солнечной, прекрасной страны. До новых встреч в новых видео. Всего вам самого доброго.